Сегодня мы находимся в спортзале, и мы узнаем, что такое кроссфит, испытаем на себе все сложности. Объясните, что такое кроссфит? Кроссфит – это быстрые тренировки с утяжелителями, с гантельками, с гирьками, со своим весом тела. Здесь варьируется как бег, так прыжки, гребля-тренажеры, велотренажеры. В общем, очень функциональная вещь для детей этот вид спорта, для того, чтобы укрепить связки, чтобы окрепли, естественно, мышцы, развить выносливость. Ну, естественно, любой спорт, он дисциплинирует. Как долго вы занимаетесь этим видом спорта? Уже около 2 недель. Увидела рекламу в интернете, решила зайти, приехать посмотреть. Мне безумно понравилось, и это меня вдохновляет и мотивирует на то, чтобы заниматься дальше. Для чего тебе кроссфит? Я занимаюсь кроссфитом, чтобы быть в форме, поддерживать себя. Ну, конечно, мальчикам тоже нравятся девочки же с фигурой, но вот поэтому занимаюсь. Вы долго занимаетесь этим видом спорта? Нет, я занимаюсь этим совсем недавно. А вы какую еду здесь едите? Здесь я практически не питаюсь, питаюсь я дома и по определенному ПП рациону. Что вы едите, когда идете на тренировки? Я ем вареную курицу и обязательно какие-нибудь крупы. Обязательно овощи или фрукты. А после этого стакан кефира. Вам нравится этот вид спорта? Очень. Вы думаете, что мне пойдет на пользу кроссфит? Я в этом полностью уверена. Спасибо.